По сообщениям Единой пресс-службы района и города, откликнулись на призыв губернатора Московской области и вышли на делянки сажать свои деревья около 5000 человек в Сергиево-Посадском районе. На участке лесного фонда около деревни Башенка для участия зарегистрировались порядка 700 человек. Им предстояло высадить 10 тысяч молоденьких елей. Сажал и буду сажать. Мне кажется, тут хороший пример такого общей работы, и люди с разных поселений Сергиево-Посадского района и предприятия, хорошие традиции возрождаются, мне кажется, и массовые субботники, люди с удовольствием стали уходить, и появляется вот такое участное отношение, ответственное отношение к городу, к району, к селам, где живут наши люди. Первый раз сажаешь деревья в своей жизни? Нет, на огороде было, сажали. На огороде. Так, в чем различие на огороде здесь сажать? Тут веселее, тут народу больше. Ну а вообще с удовольствием сюда пришли-то, девчонки? Да. Песни петь будем? Да. Какую? Мы уже пели. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Как рассказала нам глава сельского поселения Шеметовское, где в этом году находился основной фронт лесопосадочных работ, высадить деревья на территорию более 3 гектаров приехали представители многих поселений района. Татьяна Бурынина рассказала, что к акции подготовились основательно. Наделали делянок, провели инструктаж, заготовили питьевую воду и пирожки, которыми угощали всех, кто уже успел посадить ели, продумали культурную программу. Настроение у людей замечательное, культурная программа подготовлена, то есть как бы у людей уже такое настроение веселое, азарт. А самое главное, чувство какое-то вот такое патриотическое у людей, вот им хочется, желание такое. Вот у нас нет ведра, у нас нет саженцев, то есть бегут все вот быстренько, ищут посадочный материал, не ждут, когда им сотрудники лесхоза приготовят это. Вот наша учительница нам делает ямки, а мы их сажаем. Сколько уже посадила? Я не знаю, я не считала. На акцию съезжались целыми коллективами и семьями. Посадить свое дерево старались и старый и млад. Тем более, что для участников областной экологической акции был объявлен конкурс на самое интересное видео, снятое во время высадки деревьев. Победителям 3 номинаций обещают солидные призы. Всего по району были открыты 27 площадок, где было высажено 55 тысяч новых елей, кленов, рябин, дубов, яблонь и других деревьев. В Сергиевом Посаде, пожалуй, самой дружной площадкой стал двор дома 2/1 по улице Матросова. Год назад здесь были сданы 3-я и 4-я очередь строительства, которое из-за прежнего недобросовестного подрядчика затянулось. К новому 2016-му ожидают, что введут в эксплуатацию и 5-ю секцию. Давай привяжем с тобой, иди сюда. Вот сюда? Вот так, давай, так вот, тихонечко. Вот там, в подвале. И помни, что здесь растет твоя елка. Ты будешь расти, и елка будет расти, правда? Да, вот такая елка. Кто из вас вот быстрее вырастет, будешь смотреть? Только она единственная, в школу не пойдет. И сегодня посадили, я не знаю, ну, наверное, штук 100 деревьев. Каштаны, ели, кусты. И двор вышел очень инициативно. Вы видите саму атмосферу дворовую, которая здесь присутствует. Жители очень дружно вышли, все сажают деревья. Вот, вот сегодня еще сажаем маленькие елки, чтобы они, чтобы каждый ребенок посадил дерево и знал, что у нее есть своя елка новогодняя. Они очень активно в этом участвуют. А ухаживать будут? Обещали? Обещали каждое утро поливать. Мы надеемся, что администрация нас не оставит без внимания. И на следующий год нам выделят спортивную площадку, детскую площадку. Мы построим парковку. Свою, собственно, своими руками, потому что мы дружный двор. И на самом деле мы знаем, что все проблемы решаются только все вместе. Татьяна Трушкина, Алексей Галкин. День города.